Всем привет, с вами Сергей. Сегодня мы посмотрим отель Bay Beach Resort Jamtien. Этот отель имеет 4 звезды, он расположился в самом центре пляжа Jamtien. У него очень много положительных отзывов, давайте мы его посмотрим подробнее, и вы уже решите, приедете вы сюда или нет. Мы зашли с вами в лобби, давайте посмотрим, как выглядит холл отеля. Прекрасно, мне все нравится, высокие потолки. Все в светлых тонах, ощущение, что много воздуха, много пространства. Смотрите, как выполнен холл отеля. Видите? Кремовые тона, немного бежевого, немного темного. Очень красиво. Мебель красивая, действительно. И смотрите, какая же здесь красота в виде фигурок таких винтажных. Я думаю, что это достаточно все древнее. Поближе вам покажу. Посмотрите. Это как бы вроде бы из железа сделано, точно не могу сказать, но выглядит очень-очень красиво и как будто вот видно, что это винтажное, настоящий винтаж. Светлые полы, все сверкает, чистота идеальная. Посмотрите, как потолок красивый. Мы с вами идем дальше. Так, сейчас мы с вами посмотрим туалет. Идеальная чистота, ничем не пахнет, все супер. Идем с вами дальше. Мы выходим на территорию и начинаем смотреть, что здесь есть. Слева от меня бассейн. Он достаточно небольшой. Ну, в глубине как бы корпуса. Дальше. Видите, да? Достаточно тоже территория такая ухоженная, чистая. Все в белых тонах. Дизайн потрясающий. Просто очень все красиво. Движемся по направлению к другому корпусу. Я вам хочу показать, где люди завтракают. Вот эта зона для завтраков. Так, теперь мы идем с вами в тренажерный зал. Ну, он достаточно простой. Как бы, ну, достаточно нормально оснащен. Сейчас вам покажу, сами все увидите. Смотрели, да? В принципе, какой-то минимальный набор тренажеров есть, поэтому, я думаю, можно позаниматься. Идем с вами дальше. Так, мы выходим и движемся по направлению к основному корпусу. Я надеюсь, у нас получится посмотреть с вами номер. Действительно, номеров мало в наличии. Так, мы с вами идем дальше. Скажу, что отель достаточно бюджетный. Я вам скажу цену в конце, когда мы номер посмотрим, и вы очень-очень обрадуетесь. Смотрите, какая красота. Да? Зелень, опять-таки зелень. И вот другая сторона холла. Здесь мебель немного другая, видите, достаточно такая светло-сиреневого цвета. Ну, тоже, кстати, очень гармонично смотрится с бежевым. Мне кажется, прям очень-очень так вот атмосферненько. Видите? Так, мы движемся смотреть номер. Вот так выглядит зона лифтов. И мы заходим с вами в номер. Номер достаточно небольшой, но очень просторный, благодаря тому, что два маленьких балкона. Сам номер выполнен в таких темно-коричневых оттенках, с шоколад. Крем, бежевый, немножко такой, вот знаете, вот, ну, грамотно, все грамотно сделано. Посмотрите, какой вид. Сейчас попробуем с вами выйти. Так, здесь у нас что есть? Тоже телевизор, пожалуйста. Второй балкон. Он поменьше, более узкий. Ну, смотрите, какой вид. Очень красиво. Кстати, шумоизоляция очень-очень хорошая. То есть я, например, вообще ничего не чувствую, не слышу. Вот когда закрыта дверь, абсолютная тишина. Так, что у нас здесь? Здесь такая большая кровать. 1,80 м, наверное, точно. Посмотрите, как она оформлена. Там есть подсветка, но почему-то она, кстати, моргает. Надеюсь, они ее починят.
Телефон, вот фен в шкафу, пожалуйста. Очень много места. Давайте с вами посмотрим, как выглядит уборная, ванная комната. Достаточно небольшая она, маленькая раковина, плюс большое окно. Так, смотрите, здесь есть ванна, объемная, большая, хорошая, достаточно много полотенец, все чисто, никаких запахов, ни плесени, ничего не слышно, не видно. Поэтому это очень большой плюс. Смотрите тоже, какой вид. Друзья, смотрите, этот номер стоит на июль 2023 года 50 долларов в день за двоих, включая завтрак. Друзья, мы с вами идем дальше смотреть то, что есть вокруг отеля, на его территории. Видите, да? Красиво. Хочу вам показать дорогу к пляжу и сам пляж, чтобы вы уже точно понимали, как вам здесь будет отдыхаться. Мы сейчас с вами перейдем дорогу, непосредственно которая ведет к пляжу. Мы перешли дорогу, справа от меня лежаки. Они также есть с левой стороны, если немножко пройтись дальше. Видите, да? Достаточно широкий пляж. Песок очень чистый. Море, конечно, сегодня неспокойное и немножко, видите, уже грязноватое, потому что ветрено очень сильно. Большое спасибо отелю Bay Beach Resort Jamtien. Отель мне понравился, тем более за такие деньги. Пожалуйста, напишите свой комментарий, как вам этот отель. И, конечно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь будут только самые полезные видеообзоры. Мы идем с вами дальше. Всем пока!